Предлагаю вашему вниманию проект серверов Iron Rust. Всего их 4. Первый сервер Max 3 с карты Baron. Второй сервер Solo, тоже Baron. Третий сервер Max 3 с процедурной картой. И последний полуклассический сервер, тоже с процедурной картой. Кратко о серверах. Информационное меню, квесты, внутренняя валюта и оптимальный набор плагинов. Полуклассический сервер имеет магазин и стаки в шкафу, увеличенные до 3К. Адрес серверов, группа и магазин в описании. Под видео. Подключайся. Короче, надо выбегать. Просто бежать. Я пошел. Мои соседи не стали сидеть под дверьми, но у нас с ними оказалась одна цель – лутать компоненты и искать коптер. Главной целью этого сезона – это было зарейдить этого Ника вместе с его дружком, но у них очень лютый бункер, и взрывать его разрывными было бесполезно. По крайней мере, на это требовалось очень много серы. Вернемся к основной теме. В конце концов, они сели мне на хвост. А что было дальше, вы увидите. На лошади скачут. Они, короче, идут за мной хвостом. Они, походу, тоже коптер ищут, потому что тот разбили. Из-за неумения управлять. Да нище. Ладно, примем их на магазине тогда. Тихо. Здесь. Хорошо, привлекли внимание. Еще один проскакал. Ух! На, не попасть. Сейчас рашить будет, чекай. Остался последний. Не знаю, походу я его убил. Нет. Надо ему в голову дать. Вот и все, отдыхай. О, Ник! Еще и лагает. Все, уходим. Спасибо за лошадь, соседи. Обскакав полкарты, я, к сожалению, не нашел ни одного коптера. И возвращаясь домой, я заметил, что первый бункер, который мы рейдили, оказался кем-то занят. Какого хера здесь Solo деревянная дверь? Что за дурачок поселился в этих развалинах? Ха! Неудачник. Попался. Наверное, ему было сейчас неприятно. Вот это ты, Going Deeper, я тебе отвечаю. Спасибо тебе, Гантрэп. Интересно, что он увидел перед смертью? А, Ципа? Что такое, дружище? Вот у него попка бом-бом. Отжали коптер. Убили меня. Не дали залутать карьер. Нормально. Теперь лут носят. Да, они отдают. Ты видел? Я уделал тебя по дереву. Да, по 10к. Ты понимаешь, что я не знаю, как я это сделал? Да я особо тоже не заморачивался. Не знаю. А что ты такой тихий? Не хочешь кричать? Ори! Сил нет.
У тебя сил нет? Кажется, у нас назревает конфликт. А конфликт назревал. Наши соседи, Ник со своим дружком, пошли рейдить Кису. Я думаю, вы помните, кто это такой. И мы пошли на антирейд. Все там складывалось вроде неплохо, но потом мы начали сливаться по КД. Друг друга обложили хуй. И я удалил запись данного антирейда. Но в конце концов поняли, что нужно попробовать еще раз. И послав друг друга снова нахуй, мы пошли антирейдить. Туда. Блин, а что ты по нему зажал-то так люто прям? Ух. О, что это было? Держи его. Не, подожди, я хилял. Вот еще сзади крадется. Аккуратно, у Кисы в доме кто-то есть. Я знаю. Сука. Темно, нихера не видно. У меня один патрон на двухстволке остался. Ну, типа, ваншочу или нет? Подожди, патроны, может, заплачиваться, что на турели остались? Да, в удаленной записи мы взрывали им турель, в которой оказалось практически 5 стаков патронов. И при этом мучение схитрил. Он сидел в кустах и контрил эту хату. Но в этих же кустах он поставил нашу турель. Без шкафов, без всего. Заряжаю в нашу. Да, заряжаю в нашу. 2 стака. Это, блядь, ненормально, у нас фулл турель патронов. Ну, что-то, блядь, отбили. Хазматы валяются. Подожди, берет-то, может быть, ее не нашли. Я беретчика убивал. У меня берет-то есть. Короче, мне главное сейчас не тупануть. Я ему делаю с двухстволки, короче, в лицо. И тут же заставить пистолет и зажимаю в него 3 патрона, которые у меня остались. Ну, Элка тут лежит, по крайней мере, мы это знаем. Так, где у нас хороший дробовик? Спасуху возьму. Минус один. Тогда я иду пушить. Калаш, полоска камней и 2 полоски двухстволок. У меня перезарядка. И ХП мало. Блять, испугал. На, так они не встанут же там внутри, да? Или встанут? Нет. Там один вроде сидит, да, или нет? Я не знаю. Да, вверх, скала, вверх, 160. Сейчас убью голову. Он в этом, в РХБЗ. Понял. Спина у тебя. Иду. Минус он. Который с пешкой или который этот спешкой, хазмат? С пешкой. Ага. Сейчас заберу ее. У меня здесь кто-то бегает, по-моему, РХБЗ. У меня РХБЗ. Отходи к дому. Минус. Еще один. Двое. Вообще бичи. Это Ник. Шторм. Шторм. Так, чё, одеваюсь, тогда беру калаш, стак разрывных, вламываемся туда. Да? Да, да. Бля, ты, может, я и третий убил? Я внутри. Угу, долби дальше. Что долби дальше? Всё, делаю дверь, замок. А, всё, ну давай, блядь. Ну, просто ещё дверь. Жесть! Тут жесть. Угу, спальник стоит. Я делаю. Делай. Блядь, дверь вражеская стоит же, вот это вот дерьма кусок. Что ты мне дал? Спальник просто. Спальник. Надо как-то пристройку замутить нам, дерево есть. Ставлю дверь. Тут чей-то спальник есть. Здесь все впритык, нельзя. Понял. Ты уже здесь. Меня закрыли. Убил его. Слушай, у меня, короче, у меня план есть. Уже идут они. Грёбаный редблок, пропадай! Убил. Молодец. Кинь, дал 2 головы, блядь, и тычку, и он живой. Скалаша. Хазмать, друг. Все. Выписал из шкафа еще раз, на всякий случай. Сейчас найду Мильку, мне надо разбить его спальник. Маску тут одевайся, вон, по фулу. Здесь фул броник, фул маска лежит. Элка лежит. Ого. Ну и все. Нам так-то что? Пускай они тут бегают. Сейчас переносить все равно не варик. Они будут везде крысить нас. Че у тебя там? Минус 2. Я вышел. В голый побежал. Убил меня. Минус он. На горе, да?
Да. И еще один бегает там рядом. Минус. Ник вышел и бомбануло. Лежал в хазмате здесь, на скале. Ну я его убил тогда с этого, с Томпсона, наверное, бомбануло, походу. Ну а что он хотел, блядь? Кстати, нам надо что-то еще с турели сделать. Ну ладно, там херовута валяется. Да ее переставить и пойти рейдить этого кису. Надо просто пособирать. Ну давай, сейчас сходим. Так, где у тебя что валяется? Заберу лут весь. Давай. Тебе это говно занесем. Подожди, прикрой меня, я возьму половину патронов с этой турели, слишком много. Давай. 300 я оставил, нам домой нужны патроны. Пошли. Победа! Мы отжали рейд у наших соседей, что те сгорели и вышли. Нам досталась их кибитка для рейда и сундуки полные лута. И что самое главное, недозаряженная хата кисы. А хата оказалась крайне непростая. Давай-давай, мужик. Готов, авторизовался. Включил. Ну что, давай забирать отсюда самое важное и погнали. Так, ну стволы оставляем здесь, я думаю. Чисто ресы всякие, вот тут взрывы есть. В ящиках, конечно, у них был полный бардак, поэтому ресурсы приходилось собирать с каждого ящика. И даже расстановка этих боксов вызывала у нас отвращение, так как я и мучения перфекционисты, поэтому после переноски ресов мы решили сделать все красиво. Ну что, идем с полным арсеналом? Ну, по разрывным. Нам надо взять не полный, сколько ты хочешь взять? Взял 4 стака на данный момент. Для начала давай возьмем 4, мы даже не посмотрели нормально, что там зарейджено, что не зарейджено, куда дальше идти, понимаешь, рассчитать. Так, беру металл, беру хай-квалити и беру дерево на починку клашей. Можно было еще лучше поставить, но теперь с ним. Ну... Можно было сюда еще поставить 2. Нормально, нормально, уже красивее. Если удобно, видишь, запрыгнул, подлутал то, что... Да, да, да. Да еще вон тут еще ящиков можно будет потом наставить. Еще и буфер. Вот он армор. Ну вот сюда-то и надо бить. Вот 749 хп. Они, наверное, били сюда и армор задамажен, видишь? Они железную стенку хотели бы бахнуть. Вверх почти упал, прикинь. 120. Да. Ну вон туда в угол вот этот бить и все. Угу. Угу. Все верно. Гаражка вон там наверху как раз. Ну что, давай, берем тогда. Потом бери сухой металл. Опа, гаражки, гаражки. Ну там ничего нету. Че, чисто в металл бьем? Долби, чтобы гаражку сразу бить и вот этот металл. Да, все. Угу. Ну там бутер. Минус гаражка. Что там? Буферная зона там, две, еще одна гаражка. Да. Плюс надо, чтобы эта вот стена ломалась тоже, видишь, сверху. Не ломается? Ну, так, херово, но ломается. Ну, хоть чуть-чуть. 198 осталось хп у железки. Не, вторая херово дамажилась, там вообще крополя. Ну, ты все равно повыше долби. Выбил. Лутовая. Причем с окнами, нихера мы выбили. Оу. Ну что там? Хорошо все. О-о-о! И это смотри, это с лестницами. Вот это вот херня. Ну да, да. Лутовые с лестницами. Жесть. Мужик, это жесть. Надо идти в середину, у нее в середине шкаф стоит. И две лутовые вот так проходят. Короче, у нас есть еще 14 разрывных на граник. Либо по гаражкам пойти. Вот так вот сверху вниз направо, да? Да, у нее, видишь, все со второго этажа. Сейчас я лут занесу. Короче, предлагаю нам с тобой отбахать эти гранаты. Куда ты хочешь бахать, скажи? Я хочу вот бить прям туда вот. Ну, давай. Вообще между двух бы гаражек долбануть. Давай, давай, долби. А, нет, 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 нет. Она ведет на улицу. Ну, короче, сюда, на выход. Долблю он туда. О, минус. Сейчас лезть. Все. И минус у нас эти гранаты. Сейчас хилюсь. Тридцать девять скрэпа.
Ну, МП5-ка. Видишь, как идет, две буферки, да? Угу. Дальше идет вот эта вот лутовая должна быть, по идее. И вот эта вот лутовая. И вот эта вот должна быть. Это я не знаю, сейчас гляну наверху, подожди. У меня рипкалаш пошел чиниться. Спит. Где упала? Джимми. А, у него не это... Л... А, это МП5-ка. Думал, ЛРК. Хм. Отходи. Там, да, я довзрываю. Печная. Печная, да. Где-то здесь еще спуск есть. Скорее всего, вот этот. Именно так, 500 хп. Должно быть. Что-то я не втыкаю. Мы гранатометом дамажили, смотри. Сколько хп у гаражки. Угу, ну, не сплэш. Вам сквозь бил тупо. Так, что по печкам? Чисто металл, да? Скоростной Джимми. Ты понимаешь, как мы сейчас вообще окупились люто по металлу? Я заколебался его плавить уже. Надо большую печку нам сейчас поставить. Отдельно где-то. Спуск. Может быть, гантропы чекай. Да. Но в прошлом не было гантрапа. Угу. Так, полез. Могу ножками проверить. С вами. Тихо. Нормально. Шкаф, походу, здесь стоит это. Стеклянный. Нет, не шкаф. Есть шкаф. Серые две полоски. Лагаю. Так. Ах ты, сука. Два запороленных. И шкаф запороленный. Но шкаф можно выносить и типа свой ставить. Ну, нам по-любому надо долбить. В плане тут металл, мне кажется, нет. Как мы золотаем? Да пенетраторами шкаф? Попробуем. Давай шкаф вынесем, ресы будут долго лежать. Поставим свой, закроемся здесь, и все, чтобы это было в нашей, сейчас, подожди, так сказать, я да. Я жду, принесу, я сирот несу. Я сирот несу. Так ты чекай, если он это оставил в незапароленном ящике, так что же в запароленном? Так, ну ты, типа что, готов? Да. Застраивать. Шкаф потом вдолбим. Угу. Что это? СМС. Слушай, где? Слушай, где? За этой гаражкой, за круговой. Я, честно, не слышу. Это пейджер. Пейджер работает у него там. А, все слышим. Давай, ломай. Ну, там другая лутовая у него. Мы по-любому туда тоже пойдем. Слишком выглядит. Не успел схватить, он сразу упал вниз. Так, ну не знаю, вроде я отовсюду пенетратор собрал. Получилось 6. Так, это я. На, держи. Сейчас, погоди, лагает. Бум. Все. В шкафу вообще херня, уголь был и камень. МП5-ка, ловушки. Пустой. Топоры. А нет, не пустой, топоры. Чё за дичь? Так... Туда, где пейджер, да? Да. Да, все верно. Угу. Так. Здравствуйте. Жесть, смотри, сколько ящиков. Калаш целковый забираю. Мужик, валеры всякие. Уголь. Вот пейджер, который пищал. Ой, шестеренок 26. Ух, болтовка. Турель. Что это за кораблики? Так, и что там? Нет, уже. И что это? Это все? Прорежено, да, все вскрыли. Вот это было, это все, что ли? Слушай, вот это была раз лутовая, которую они уже взорвали. Раз лутовая, вот вторая лутовая мы добили. И третья шкаф лутовая. Все остальное это тупо буферки, короче, левая, блядь. И типа печная, нахуй, и вот эта херня. А можно... А что ты так хуями кидаешься, ужас, кошмар? Извини.
И здесь была вишелтовая, которую типа они тоже пробили. Но получается, то, что мы нашли у них, это то, что они вынесли отсюда. Да. Правильно? У них было очень много всего. Тогда получается за Рейжена? Да, что ли? Да. Ого. А где киса? Почему мы его не нашли? А может, они его убили? Да-да-да. Представляешь, киса зайдет разъяренный такой, сука, кто меня зарейд? Ник! И все, давай там рейд-будку строить возле него. И минус наши соседи. Ха! Месть. Вот это мы с тобой стелсеры. Fuck you. Why, man? Фу, блядь, ну и, блядь, и противный, нахуй. Давай убьем его. Так, готов? Еще фонит, да, я загрузился максимально. Пошли сразу, да, занесем. Please. Вот так одним выстрелом мы убили двух зайцев. Отжали рейд у наших соседей, плюс зарейдили кису. Для тех, кто не помнит, это те, кого я антирейдил в соло и потом украл коптер. Лута было немерено. И, честно говоря, нам уже было некуда складывать. Поэтому я решил переработать весь хлам и заняться полной уборкой. Но когда я пришел на переработчик, я встретил там кровожадных бичей, которые вселяли ужас даже просто своим видом. Ух, минус 3. Что? Разобрался, жесткие пацаны фулловые, прикинь. Все на этом переработчике. Да все, они все мертвы. Жесть, в них лута, нихера себе. Может, золотат пойти помочь? Вот это я, рофлер. Че, я еще принесу тебе? Еще двое теперь у меня. Подхожу с бушками. Убегаю. Минус. Все. Один убежал. Нет, я его убил уже. Да, за вон, за этой лежит он. А, вот слышу мертвых. Слышишь мертвых? Может типа, быть, ты экстрасенс? Откиз, блядь, мальчик. Да вообще жесть. Мужик, куда ты там скидываешь? Ты прикалываешься? У меня фулл инвентарь. Кто меня защищать будет? Заноси, если ты переработал. Да кого я переработал? Нет еще. У меня целый инвентарь. Ну вот, ребят, мы маленько подразобрались. И что у нас по итогу? Очень много компонентов. Надо их переработать и будет все изучить то, что у нас лежит в изучалке. Две турели есть. Очень много ресов. Целый ящик хазматов. Броня всякая, мы стараемся здесь все нормально, так знаете, раскладывать. Вот, например, шприцы здесь не должны быть. Оружие просто у нас нереальное количество, как и брони. Шприцы сюда закидываем. И вот сера, которая вот с хаты. Металл. Ну, уголь, понятное дело. Камень, еще там целый ящик камня. И сейчас нам надо найти будет коптер, а точнее сходить в зареженную сейчас хату и добрать то, что там есть. Так что рейд был крайне, скажем так, окупной. Минус. Еще один. Два минуса. Нет. У меня патроны кончились. Перезарядка. Мне хедшот. Ты умер? Убил. Бич лутал. В смысле, моя каска, ты вообще без нее был. Иди чекай. Себя. Это фармер. Да, сера. Блять, ты живой. Ух ты, тварь. Запилить хотел? Да, голдман. А, да ладно, это наши соседи. Они разваливаются, кстати говоря, вообще люто. Я вот возле их хаты. Что тут бич-то пытался сделать? А, вот Голдман. О, железные решетки, вот надо бы изучить.
О, скоростные патроны на калаш. Блин, я фул. А так-то здесь на переработку, ого-го, сколько можно забрать. О. С Валерой. Лежит. Ого, 300 серы. Флэт какой-то. С Валерой. По тебе попали? А, это они кильнулись? Блин, давай занесемся и залутаем их тогда. Да, это очень залутаем быстро. Бобовка? Ну, он нашел бомж этот. Бич рейдил бочку. Ну, он нашел, молодец. Он испугался и бросил. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. A day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do четыре high quality у нас требуется всего лишь. Итак, я переработал часть наших компонентов и получилось 732 скрапа. Сейчас будем изучать дальше. У меня тут мучение, отошел. Машется там стоит, киянкой. Слов нет. Он стал чинить. Пойду я все-таки попробую найти гребаный коптер. Он очень нужен. О, коптер. Отлично. Блин, ну здесь не было бы засады. Ебой, как же долго мы его искали. Сейчас по мне откроют огонь. Мучение, хватит там чинить. А, какой это ужас. Я хочу его пристрелить. Ого. Привлекает только внимание людей. Он явно не один был. Слышу, слышу его. Черт, только спалился. Ладно, где он? Ого. Ладно. Окно. Мучение, ты там сдох? Нет. Я зашел. Получай, сука! Слышу войну. У нас клашист. Одного я убил. Под домом. Он в нашей территории. Один остался. Он за печкой. Да-да-да. Я им по печку убил. Патроны забрал у него. Он чисто за печкой. Вот здесь вот, возле дуба. А, там дальше. Ну где-то здесь, я не знаю, он отступил, возможно. Вижу. Вижу его.
Он на 130. Надо того тогда залутать. А то он сейчас залутает себя. Он на 130 к берегу пошел. Сейчас я подсоблю. К переработчику пошел. Да? Понял. Хорошо. Ну, ближе. Да, идет сюда. Четыре тычки. Лежит. Да ладно, лежит? Да, лежит. Без хп. Молодец. Ну что, калаш плюсом? Да. Отлично. Я коптер нам добыл. И никто надо лететь. Еще. Ну давай, чекну. Заноси домой. А, ты не видел вообще таких людей? В смысле? Да, никто не видел. А. Какой-то винт, ну, что такое, короче. Ну, залетные пацаны. Ну так хули ты там на всю округу стучишь своим молотком? Я бы тебя пристрелил, у меня бы нервы не выдержали. Я думал, уже мертвый, если честно. Угу. Ты решил из дома съебаться, да? Так я за коптером пошел. Думаешь, пизды его, блядь. Ну, блядь, так что можешь брать камень. Закрытый. Смотри, как красиво. Да. Да, че. Вау. И уголок, блядь. Опа. Конура.